Впервые в Чувашии мастера производственного обучения соревновались в скоростном маневрировании на автомобилях. Состязания прошли на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Наши коллеги, от вас зависит будущее, кого вы учите, кого выпускаете на дорогу. Ну что пожелаю, вы, естественно, должны быть лучшим. После такого напутствия представители автоинспекции нельзя не ответить блестящим знанием правил дорожного движения, решили для себя мастера производственного обучения. Условия обучения, созданные в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий, позволяют продемонстрировать высокий профессионализм. Да и место проведения соревнований выбрано не случайно. Здесь готовят специалистов именно для транспортной отрасли. Специальности, те профессии, которые мы даем нашим студентам, связаны все с дорогами, с машинами. Это автомеханики, машинисты крана, машинисты дорожных и строительных машин, специалисты в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Выпускники Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий не подведут. Стоит заглянуть в учебные классы и побывать на учебной трассе. Они оборудованы по последнему слову техники. От того, какое качество подготовки мастеров производственного обучения, какой они обладают компетенцией, зависит, наверное, безопасность на дорогах. Участвует 21 участник. Трасса готова, участники готовы. В соревнованиях приняли участие 13 мастеров в номинации «Водитель транспортных средств» категории «Б» и 8 категории «С». Все они продемонстрировали высокий профессионализм и яркую индивидуальность за рулем. Единственное, о чем можно пожалеть, что не все представители учебных заведений Чувашии, готовящих водителей, приняли участие в соревнованиях. Я думаю, что данные соревнования будут традиционными, и в этих соревнованиях будут принимать участие представители всех образовательных организаций, которые готовят водителей на территории Чувашской Республики. Время покажет. Может быть, Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий станет ареной проведения соревнований профессионального мастерства федерального уровня.